В Тюмени приступили к разработке проекта второй объездной. Эту работу специалисты должны завершить до конца года. Напомню, магистраль станет продолжением Тюменско-кольцевой и пройдет через Салаирский, Ирбитский, Червишевский и Московский тракты. Это поможет снизить нагрузку на действующий объездной. На некоторых участках она превышает расчетную пропускную способность. Добавлю, что срок реализации проекта до 2040 года. Работу разделят на несколько этапов. Первый – строительство южного обхода протяженностью более 20 километров. Именно этот участок сейчас и проектируют специалисты. Мы уверены, что в скором очень времени начнутся строительно-монтажные работы. И, естественно, это тоже достаточно длительный процесс, потому что помимо 21 километра именно дорожного полотна, этот объезд, южный обход города Тюмени будет включать в себя несколько дорожных развязок, несколько эстакад и путепроводов, потому что он будет проходить в достаточно сложных и природных, в том числе, условиях в заболоченной местности.